Видео присутствует плохое качество звука, поскольку оператор зажал рукой динамик, сука. Всем здрасте, с вами Авиан. В будущем, возможно, Филипп Моррис. Хелл Моррис, извиняюсь. Сегодня будет обзор на охуенную девятку, которую я нашел. Короче, здесь работает почти что все. Ну как сказать, мягко говоря. Багажничек приоткрывается, но там хуйня, я не буду вам ничего показывать. Сейчас вас будет приветствовать охеренный салон. Здесь была раньше скрипучая дверь, но я ее смазал. Вон там, значит, мы бухали. Сейчас покажу вам, что, собственно, нужно, чтобы починить эту красоточку. Я вас вижу, вы меня, блядь, видите. Хотя я вас не вижу, вы не видите. Похуй. В общем-то, блядь. Ладно, постоим немножко. Ну вот, собственно, дорогие мои. Хорошо. Хумеры. Приоткрываем капот, ставим ебучую заслоночку, или как этот хуйняк называется, да мне вообще насрать, как он называется. Короче, ставим вот так вот, в общем, мотор для масла, штуковина, не знаю, как называть, лучше не трогать. Вот это вот, что, блядь, я не помню, как называется правильно, вот это тоже, тут, короче, шланги всякие, паянги. Если тут все скрутить вместе, поставить движок нормальный, то оно, возможно, и поедет, там ничего нету. В общем, это был обзор на капот, переходим к жопе. Самое главное, аккуратность. Дальше мы переходим к самому салону, хотя, не, я сказал к жопе. Ну, здесь комментировать ничего не надо, просто написано «Лада Самара». Работают брызговики, дворники. Ну как работают? Может пизды дать хорошо. Дальше пройдем в салон. Давай мне. Так, салон нас встречает с распростертыми объятиями. Вон там находится руль, который не крутится, который я сломал случайно. Тут сидушка, на которой я лежать люблю, покуривать там, бухать. Механика, она еще рабочая. Вот смотрите, прям. Вот вообще ручник тут, но он заклинил, конечно. Безопаснее, чтобы было. Вот механика это какая? Стоп, это вторая, по-моему, блядь. Да, не, это первая. Вот, короче, нейтралка, видите, да? Бардачок, там ничего полезного нету. Мафана тут я не вижу. Вижу обогрев, или как это, короче, панель с обогревом. Там вот пионеровские динамики стоят. Блюрить я не буду, мне жопу никто не накажет. Зеркало в идеальном состоянии, я его регулярно протираю, ой, протираю. Вот, смотрите, там, мое это лицо будет. Вот это оператор, который меня снимал. В общем, здесь работают вот эти две двери, а в основном больше ничего не работает. Ну так вот, перейдем к основной части. Это то, что я убил то зеркало. Посмотрите вон туда. Просто там люди. В общем-то, там пошли какие-то черти, блядь. Я никого не знаю. Они меня тоже не знают. Вот это, блядь, тетка или бабка, не знаю, мне по***. Остановилась, блядь, посмотрела на нас. Нахуй, иди, дура, блядь. Короче, вот он был обзор этой девятки, красотки, просто. Это, что ты хотел? Я хотел обзор снять. Похуй, потом снимешь. В общем, там мы с ней не прощаемся, мы ее оставляем на завтрашний день. Сейчас там опять ебучая машина проезжает. Вон она. Там какой-то уебан на меня посмотрел. Короче, все, валим, тетка звонит ментам.